Ольгой Симметрией, Ольгой Симметрией. Дамы и господа, мы рады вас приветствовать в банкетном зале Apple Bliss Island MSQ в городе Нарко и на первом всемирном конгрессе для резонанса. И в этом же году компания Biomedis совершила, я не побоюсь этого слова, настоящую революцию в оздоровлении. Και την ίδια χρονιά η εταιρεία Biomedis έκανε, δεν θα φοβηθώ αυτή τη λέξη, πραγματική επανάσταση στην ίαση. Τεράστια ονόματα και δυνάμεις επενδύουν μέρα και νύχτα στη δημιουργία του τέλειου ανθρώπου, του ανθρώπου που δεν θα αρρωσταίνει ποτέ. Η Biomedis προσθέτει το δικό της ενδιαφέρον σε αυτόν τον δρόμο. Поэтому я расскажу об истории моих отношений с компанией Biomedis. Η Αττική σήμερα έχει περιέλθει σε πολλαπλά και μεγάλα διέξοδα. Στο σήμερα η μεδιτσίνα να παντασλά και όχι σειριώζονται προβλήμα. Очень хочется поделиться опытом применения биорезонансной терапии. Я представляю научную сторону разработок приборов Biomedis. Эстетически красивый прибор, гармоничный прибор и современный. Процессы, которые происходят в природе, они происходят несомненно с нами, внутри нашего организма. Я такой доктор, когда на себе использую, тогда начинаю предлагать только своим пациентам. Наш организм – это единая энергоинформационная система, которая способна к самовосстановлению и самоисцелению. И наслаждаюсь каждый день, произнося слово «Калимера». И понять, что человек – это самая организующая система, имеющая волновую природу. Я полностью изменила свою жизнь. И хвала Всевышнему за ему. Когда узнала о биорезонансе. Я то дело всем донесла. Όπου ο ψυχολογικός παράγοντας там где διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο. А уже из программ составляется комплекс.
Это пульт управления программой. Благодарим вас за то, что приняли наше приглашение и увидели, как веселятся греки. Он является президентом этого замечательного места. Сейчас мы скажем хорошие русские трагудия. На русском фильме все пьют, говорят, что отряда кипленый хорес. И мы будем порадовать. Чтобы все увидели наши греческие традиции. Теперь будет лечить не только солнце, не только это море, не только эти замечательные живописные пейзажи вокруг нас, но еще и греческая музыка. Я никогда не была в Греции, и мне просто посчастливилось попасть именно на эту землю. Как обменивались энергией. Я уверена, что данный конгресс вы не забудете в своей жизни никогда. Название нашей компании «Биомедис». Вы это прекрасно знаете. Но, может быть, не все знают, как расшифровывается это название. Спасибо вам большое. Энергодающие греческой земле, такой ресурсной земле. Захватывая ушки, захватывая область глаз. Αυτό και στείλουμε δύο πόδια. Γιατί? Γιατί δεν ξέρεις ποιο από τα δύο σου πόδια θα τραβήξει. Η εταιρεία σου λέει θέλω τρία. Αλλά ποιο είναι το τρίτο εσύ δεν ξέρεις. Если мы сделаем один ход и начнем вокруг себя, потому что деньги в глазике, мы хотим деньги. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Παράλληλη ο Άστρος, ο κύριος Νίκος Κωνσταντίνου. Σας καλωσορίζω σήμερα στο φιλόξενο Παράλληλο Άστρος. Рад приветствовать нас в этой дружелюбной местности Παράλληλο Άστρος. Και να σας ευχηθώ καλή διαμονή και καλή συνέχεια στο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοσυντονικού.
А теперь я хочу подарить эту икону администрации этого района. Мне так хочется вас назвать всех, потому что само место располагает к такому обращению. Καλησπέρα, αγαπητό φιλόξενο κοινό του Θεού. Мама постоянно подсовывала ей под подушку прибор. Благодарю вас за внимание. Радость, улыбка, эмоция передаваемая. И находим новые гармоничные программы. Гришна Турхамата, Талпия и Армоника. Πρέπει να περάσει, να ανέβει πάνω σε μία τυπική μηχανή και να πάει ψηλά. Όλα είναι νους. Υπήρχαν ειδικά κύματα ηλεκτρομαγνητισμού τα οποία βοηθούσαν στη θεραπεία των ανθρώπων. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστορική πόλη της Τρίπολης. Η Πελοπόννησος αποτελεί μια συναρπαστική και ολοκληρωμένη εμπειρία ταξιδιού. Я бы так сказал, эта земля сама по себе лечит. Нас связывает не только любовь к медицине, любовь к высоким технологиям, но и общая вера.